полицию поступило заявление от сочинки, которая рассказала, что приобрела у молодого человека мобильный телефон в коробке с другими комплектующими. Молодой человек убедил женщину произвести обмен телефона на более новую модель, однако не сообщил, что новый телефон является дешевой китайской копией. Женщина согласилась и спустя некоторое время обнаружила обман. Такой обмен женщине обошелся в 21,5 тысячи рублей. Полицейским пострадавшая подробно описала внешность предполагаемого мошенника. Кроме того, на телефоне эксперты обнаружили отпечатки пальцев продавца. И очень скоро на посту Магри был задержан 28-летний житель Ставропольского края. Задержанный свою вину отрицает, утверждает то, что телефон является подделкой, не знал. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество с причинением значительного ущерба». Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы. Сочинские полицейские предполагают, что подозреваемый может быть причастен и к другим аналогичным преступлениям на территории города.